Жители Хабаровска насладились выступлением бурятских гимнастов. Государственный цирк Республики Бурятия, получивший всемирную известность благодаря своим гуттаперчевым девушкам, дает гастроли в городе. Артисты удивляют местную публику работой без страховки и самобытным национальным колоритом. Стас Михайлов продолжит. В бурятском цирке нет животных и нет страховки. Воздушные гимнасты выполняют трюки под куполом цирка на высоте 19 метров, что заставляет зрителей, затаив дыхание, наблюдать за тем, как артисты повествуют национальный эпос. В культуре бурят очень много разных легенд. Есть тотемы каждого рода. И выбирая легенду к нашим номерам, мы, конечно же, смотрели, что подойдет по тематике именно этому цирковому жанру. Поэтому выступление бурятских циркачей – это не отдельные друг от друга номера, а целая повесть, рассказывающая о старинных легендах. В трюках можно узнать историю о праматери-лебеди Хуншубуун, о птице-оборотне Муншубуун, о великом прародителе волки Шоно. Но самый узнаваемый номер, ставший визитной карточкой цирка – гуттаперчевые девушки. Гибкие артистки цирка Бурятии поражают своими номерами зрителей по всему миру. Первый состав девушек даже работает в цирке Дюсалей. Сами артисты объясняют такой успех природными данными. У нас народ такой на самом деле очень интересный, за счет того, что мы пластичные, музыкальные. Потому что у нас очень много такого этнической музыки достаточно, да, и, видимо, оттуда это такая пластичность, скорее всего. Несмотря на то, что бурятский цирк еще совсем молод, ему 17 лет, он уже занял достойное место в мировом культурном пространстве. Стас Михайлов, МВК Саха, Хабаровск.